Сегодня 29 ноября 2017 года. У нас среда. Мотормен Малыш тут накупил. Баки разные надо отвезти, камеры. Ну, много чего. И железо много. Сейчас будем грузить. Ну, он прицеп подъехал, отцепил там КамАЗ на улице. А сейчас подгоняет сюда. Ну, тут Роман, Володя и я, трое. Никого больше нет. И еще сумерки. 8 часов. Машина. Все. Подогнал. Ну что, начинайте грузить, я пока здесь посмотрю. Вот это мешает. Она через нее переломит, это надо убрать. Это тяжелый здесь? Жесть, обязательно это, ее поставить стоимость к стенке. Сейчас. Так нельзя на нее ложить. И там цепь еще можно убрать в стороночку. Можно в сторону, но убрать его. Вот эту убрать, иначе железо переломит. Здрасте. У вас давайте. Съемка идет, да? Вы увидите это уже через неделю. Мы вам видеть куда, нет? Да еще нет, еще только увидел человек. Он увидит себя. Если она ему не нужна, можно вот так развернуть. Стоймя поставить к стенке. Да, да. Залезьте кто-нибудь туда, двое-то. Легкая. Вот так. Вот. Ну все, подавайте. Леха, подавайте, время не тратьте, Володя. Цепь тоже. Да. Толкай до конца. Все. Где-то я вас видел уже. Это в интернете, по-моему. Ну, у нас когда в алкашей гоняли, да? Да. Во, было. На УАЗике какие-то приезжали. Да. Ну, мы вам дадим нашу визитку, и там все написано. Тоже. У нас очень большой материал. 8700 роликов наших только. Как деревню строим, как вот я в университетах, там занятия Бабарин, как бы здесь. Сверху не надо лезть помогать. Ну все, обойдите. Вот это жесть. Ну а тут еще у него тут банки такие. И вот там наши вытащили маленько. А обратно нам под завязку загрузить дрова. Вот сюда только когда подъедете, одну свалить туда, а потом как-то не знаю, что вторая-то рядом. Кузов. А что это будет? Только на бок. Только на бок. Ну на бок, значит, ну только первый на бок туда. Вот сюда, а потом вторую там, чтоб прицеп не растянул сюда, а то нам таскать. То ли отпустить его или... Как получится. Ну, так вот сейчас мы сделали. Сначала мы да. Прицеп туда задом спятить, а потом машину. Разберем. Ну да. Так вы оденьтесь, а то холодно. Да, я пойду. Ты еще хотела? Ну, потом положи ребятам, они положат. Что надо-то оттуда вытаскивать? А все коробки, вот эти что? Ну, вытащи, откуда? Зачем ты закрыла коробки, а сама ну, закрыла? Что? Они стоят на улице. Ну, подтаскивай сюда идти. Что стоишь-то? Сумерки. Закрываю. Роман же, да? И Роман. Роман и Володя. Ну вот загрузили у нас здесь. Это жесть длинная. На сколько метров она длина? 6 метров или сколько? 6 метров. Железо? 6. 6. Ну вот у него что тут? Как называется? А кузов получается 5? И да, там баки разные. И там где-то прицеп на улице, потом прицепят, и там пенопласт будет. Володя, ты что там? Иди сюда. Вот я полезу на машину. Лестницу поставил, ребята. Ой. Там получается 5-метровый прицеп. Вот она что тут загрузили. Это внутри машины. Ну и все. Это тут Романова машина стоит. Он едет впереди машины. Впереди этого грузовика. Это КамАЗ. Не знаю, где показать. А, вот он.
Ну все.